Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании «Инфоурок». Приглашаю вас на курс профессиональной переподготовки «Документационное обеспечение деятельности организации». Откройте для себя мир профессии «Делопроизводитель». Мы расскажем о ключевых задачах и обязанностях этого важного звена в организации. От приема и регистрации документов до ведения архивов и консультирования сотрудников. Делопроизводитель – это человек, который поддерживает порядок и эффективность в мире бумаг и данных. Безусловно, данное направление будет актуально и требует внимательности, дисциплины и навыков работы с документами. Поэтому, если у вас лежит к этому душа, записывайтесь на курс. Станьте мастером организационных процессов, управляя информационной базой и обеспечивая своевременное исполнение поручений. Тем более число вакансий растет ежегодно, а даже ежемесячно. Данная программа будет подходить как для новичков, так и для архивистов, секретарей, библиотекарей и даже для начинающих делопроизводителей. Каждый найдет в ней необходимые знания и новую информацию. Наш формат удобен, так как он дистанционный, и по окончанию обучения вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. Записывайтесь к нам на курсы.